Кошмар. Что такое? Где я? Какая-то хрень на руке. Что вообще происходит? Я ничего не помню. Какие-то деревья, пляж. Где я нахожусь? Что случилось? И вообще, как я здесь оказался? Как болит голова. Еще какая-то фигня на руке. Что там? О, это что-то интересное. Непонятно. Но в любом случае одно я точно знаю. Мне нужно пить, мне нужно есть, и мне нужно как-то выживать. Курочка. Интересно. Курочка убежит от меня? Ха, какая храбрая курочка. Курочка, ты станешь моим обедом. Ну или ужином, я даже не знаю, сколько сейчас времени. Так. Ну, руками я явно тебя не убью, надо что-то придумать. Надо собрать тебе какой-нибудь инструмент. Интересно, откуда в голове у меня эти рецепты? Собери камень, собери волокно, собери солому, и что-то получится. О, ягодки. Слушай, может, курочка, ты и выживешь. Благодаря тому, что я соберу ягодки. Ну, хотя от ягодок, я чувствую, меня прихватит, поэтому надо все-таки мясо. Мясо куда лучше ягодок. Солома. Где собрать солому, скажите мне? Я не понимаю. Ударится о сбор. Это что была сейчас за надпись? Что? Я только заметил повышение уровня. Ударить для сбора. О, солома! Отлично, но было больно. Ну ладно. Давай посмотрим, что мы можем сделать. О, да я много чего умею. Отлично. Кирка. Я думаю, она мне пригодится. Давай ее соберем. Окей. Оп, у меня появилась кирка. Неплохо. Отлично. Теперь я могу ею рубить деревья. Много соломы, немного дерева, но тоже неплохо. Отлично. Давай пособираем немножечко дерева. Киркой собирать дерево? А зачем мне киркой собирать дерево? Мне же киркой нужно добывать камень. Точно. Камень, кремень, металл. Да черт побери, я богат. Но голова все еще не перестает болеть. Черт побери, что же мне делать? Что же мне делать? Ладно, в любом случае, я вижу только курочек. Надо разведать немножко территории, добыть немножечко ресурсов. И я думаю, надо построить себе дом. Чёрт-то мне подсказывают, здесь будет небезопасно. Особенно ночью. Мне кажется, ночью я завёрзну к чертям собачьим, хоть сейчас и тепло. Что-то где-то какие-то отголоски в голове мне говорят построить дом. Да, надо построить дом. Интересно, эту воду пить можно? Отлично, я не отравился. Да, глупо так проверять воду, но это единственный вариант проверить. У меня же нет ничего. Надо построить дом, надо построить дом. Но как? Ха, интересно, а мне эта фигня поможет? Здесь ничего нету. О, уровень. Еду бы, конечно, повысить не помешало, но здоровье штука нужная. Мне больно повышать здоровье. Но надо терпеть. Черт, это было больно. Не, хватит. Пока что хватит. Ух, как появляется усталость. О, ну я чувствую прилив сил. Благодаря этому я чувствую, что я намного сильнее. Я ж даже обгадился. Не, там воняет. Надо отойти отсюда. Так. О, мне какие-то появились идеи в голове. Хо, точно, если взять солому, дерево и волокно, я смогу построить дом. Но, черт побери, я хочу кушать. Курочка, ты, походу, дело умрешь, хотя у меня много ягодок. Почему бы нет? Давай покушаем ягодки. Может, курочка и выживет. Я не хочу убивать. Но чувствую, мне придется убивать, чтобы выжить. Ладно, в любом случае. Для того, чтобы построить дом, мне нужны ресурсы. О! Дерево. Если вместо большого количества соломы использовать дерево, то я смогу строить деревянные постройки. И это логично. Но у меня дерево к
крайне мало. Топор. Я смогу состряпать топор и сделать себе много дерева. Точнее, добыть много дерева. Точно. Какой я умный. Но голодный, черт побери. Ягоды. Мне мало восстанавливают еды. Но зато я уже чувствую, что я здоров. И это хорошо. Давай, побольше надо съесть ягод. Так. Топор. Отлично. У меня есть теперь топор, и я смогу добывать дерево. Это уже неплохо. О, да. Я прямо ощущаю, как я построю себе хороший дом. Ого. Новый. Новое животное. Интересно. Он летает? Ах, черт. Мне тяжело ходить. У меня слишком много ресурсов. Точно, надо прибавить себе вес. Точнее, грузоподъемность. Это же более правильное название. А, ты уже здесь. Интересно. А что с тобой можно сделать? Она не нападает. Она, наверное, не агрессивная. Это хорошо. Фух, пока что этот мир дружелюбен ко мне. Это неплохо, неплохо. Я добыл ресурсы, теперь можно построить немножечко маленький домик. Ох, где бы его построить? Давайте прямо здесь. Вода и... Где же? А почему бы и нет? Зачем далеко ходить, когда можно первый дом построить прямо здесь? Вода есть, курочки рядом бегают, значит еда будет, ну и на крайняк есть ягодки. Хорошая идея. Давай-ка здесь. Какой красивый домик у меня получается. Мне он уже нравится. Но слишком мало ресурсов. Я слишком слаб пока что еще. Меня эта надпись раздражает. Почему? Почему она везде меня преследует? Какой доступно повышение уровня? Что за уровень? Это, наверное, и есть мой уровень. Я думаю, чтобы сильно ночью не замерзать, мне нужно вкачать стойкость. Поэтому надо быть более сильным и выносливым. Поэтому вкачаем его посильнее. Скорость передвижения. Хорошая мысль. Так я буду быстрее бегать и добывать ресурсы. Что же можно еще вкачать? Урон в ближнем бою. Ну, курочек я и так смогу убить, а стрекозки меня не убивают. Поэтому мне это ни к чему. Давай прибавим еды и воды, чтобы быть дольше сытыми. Ну и, наверное, здоровье. Хотя, мне не нравится число. Давай, скорость. О, это что такое? Это я все умею. Я прям вижу, что я это все знаю, как строить. Черт побери. А здесь пустота. Неплохо. Слишком много информации в голове. Надо покушать. Да, надо найти, что поесть. Ягодки — это плохая идея. Надо сделать себе копье. Копьем я смогу убить больше животных. Точнее, курочек. Но мне не хватает дерева. Надо добыть дерево. О, дерево, классно. Надо добыть дерево, чтобы достроить свой прекрасный дом. И, конечно же, убить курочек. Ну, дом мой прекрасен. Он прекрасен. Надо было здесь построить дверь. Ну ладно, потом построю. Сейчас нужно сделать копье. Как же его делать? Я потерял слишком много информации в голове. Ага, я не то нашел. Костер. Костер, я думаю, мне пригодится. Не хочу кушать сырое мясо. Ну, копья мне точно хватит. Одного. Зачем мне их делать кучу, если оно не должно сломаться? Уж об курочек-то тем более. Умри! Умри, курочка, и дай мне покушать. А, отлично. Они все испугались. Надо убить свидетелей. Она расскажет другим, что я убил их. Кожа. Интересно. Из кожи смогу ли я сделать себе одежду?
Надоело быть голым. Тем более, когда я смотрю сюда, я вижу себя голым постоянно. Мне это не нравится. Нужно что-то придумать. Есть какие-то проблески в голове. Я умею делать кожаную одежду. Точно. Ха. Интересно, как же эта информация попадает ко мне в голову? Но в любом случае, я буду одетый. И это уже хорошо. Кстати, я заметил здесь какую-то фигню. Такой-то глазик. Скин? Что? Что это такое скин? Но в любом случае мне это нравится. О да, я так выгляжу намного красивее и брутальнее. Это здорово. Ну а теперь можно одеть остальную одежду. Да, так намного лучше. Отлично. А теперь надо достроить свой дом. Это кто там ходит? Он такой огромный. И он наверху. Надеюсь, он сюда не додумается спрыгнуть. О, благо я его увидел, когда строил дом. Это небезопасное место, как мне казалось изначально. О, это безумие какое-то. Но мне страшно. Я хочу посмотреть. Я хочу узнать этот мир куда лучше. Но для начала мне нужно как-то обустроить свой дом. Костер я уже сделал. Поставим его сюда. Почему бы и нет? Надо построить здесь дверь, чтобы я смог спускаться и пить воду. Да, это хорошая мысль. Для этого мне, наверное, нужно сделать спуск. Интересно. Ага, вот. И дверь. Надо обязательно сделать дверь. Черт побери, мне не хватает ресурсов. Ладно. О, я могу поставить прямо здесь. Отлично. Но с этим надо быть поаккуратнее. Я же могу так что-то сломать и ненужное. Так, спуск. Ох, как это удобно. Отлично, я могу пить. Не выходя из дома. Практически не выходя из дома. Так, надо положить сюда дерево. О, так намного лучше. И светло, и тепло. Неплохо. Но нужна дверь. Дверь. Мне не хватает ресурсов. Черт, надо добыть ресурсы. Но мне страшен то животное. Я его боюсь. Надеюсь, он не спустится ко мне. Здесь безопасно. Ах, как здорово, что я добываю так много ресурсов сразу за раз. Это хорошо. Надо построить дверь. Дверь. О, что? Из камня? Надо добыть тогда больше камня. Я думаю, каменные постройки он точно не сломает. Даже если придет. Я не знаю, он страшный, он большой. Большие все они страшные. Я даже уверен, что он попытается сломать мою постройку. Надеюсь, что он не захочет позариться на такую маленькую халупенцию, как у меня. Очень надеюсь. Какие-то они выделяющиеся. Ну да ладно. Так, вода есть поблизости, еда жарится. Что же мне сейчас нужно сделать? Я чувствую, что нужно построить какой-то станок. Не, верстак. Верстак. Интересно. Нет, он все-таки... Давай-ка... Ой. Точно. Вот он, верстак. Слиток металла. Но металл у меня есть. Хоть и немного. Чтобы получить слиток, его нужно пережарить. А для этого нужна печка. Точно, вот и печка. Что?
Цветная печка? Хм, я хочу ее сделать. Интересно, что она мне даст? Но для этого требуется еще больше кожи, а это означает, нужно еще больше убивать. Ну ладно, пока что сделаем обычную печку. Тем более, на нее у меня хватает ресурсов. А вдруг это просто цветная печка? Да уж, надо куда-то все это сложить. Здесь, наверное, есть какой-то ящик. О, маленький ящичек и большой шкаф. Наверное, лучше сделаю большой шкаф. У меня много всего в инвентаре интересного. Надо все это сохранить. Поставим шкаф. О, сюда. Пускай здесь будет. А почему бы и нет? Вполне хорошее место. Ой, это так все криво стоит и некрасиво. А так уже намного лучше. Отлично. Мне это уже нравится. Мне нравится мой домик. Надо сложить все свои богатства туда. Да. Таких точно ни у кого нету. Ни у кого. А интересно, а есть ли здесь кто-нибудь? Или я один на этом острове? И остров ли это? И вообще, где я? Я так увлекся исследованием и строительством, что я забыл о главном вопросе. Где я? Так страшно, когда темно и страшно. Это плохо. Надо дожить до утра. Так, поставим печку сюда. Нет, они закроют окна. Я не хочу закрывать окна. Поставим печку сюда. Здорово. Сюда я могу положить металл и получить слиток. Что? Один слиток требует два металла? Мне их надо 5. Придется добывать ресурсы, но там темно. Я боюсь выходить. Не зря я поставил окна. Пока что я никого не вижу. Я вижу рядом камень. Добудем его по-быстрому. Черт побери. Давай, давай, давай. Ты сломайся, камешек. Я из-за тебя ничего не вижу. Бежим. Быстрее, быстрее. О, я в доме. Отлично. Так. Теперь я могу сделать больше слитков металла. Здорово. Когда очень много света и тепла, это всегда успокаивает. Отлично. Надо, наверное, построить второй шкаф, чтобы сложить туда свои ресурсы. Зачем их все таскать с собой? Точно, надо так и сделать. Отлично. Ой. Что-то я делаю неправильно. Вот так. Это уже красиво. Так, давай сложим все свои сокровенные ресурсы туда. Ягодки, я думаю, надо оставить и покушать. Да. Вот эти только скушаем. Фиолетовые они как-то выглядят не очень красиво. Хотя они, наверное, вкусные. Смородинка, вспоминаю. Ха, что за смородинка? И откуда у меня это взялось в голове? Интересно. Ладно. В любом случае, мне это уже нравится. Надо дожить до утра. И я хочу все-таки подняться наверх и посмотреть, что там. Исследовать мир. Это куда интереснее, чем сидеть в доме. Оу! Это что такое? Раптор Клаус. Интересно. Кто это? Черт побери, мне страшно. Это было ночью, и мне страшно. Я, пожалуй, здесь посижу. Около костра. Кстати, еда. Точно. Курочка не зря же умирала. Мясо. Вкус мяса это просто прекрасно. О, я сидя дома, повысил себе уровень. Неплохо. Ой. Мне становится страшно. А, вон он. Кто-то летит. Это что-то желтое спускается. Интересно, что это?
Я бы хотел бы это узнать. Но это так далеко от меня. Нет, нет. Не сейчас, точно не сейчас. Я не готов. Я не готов к этому. Ладно. Пожалуй, будет достаточно того, что я построил домик и... И пытаюсь выжить. Точнее, дожить до утра. Неплохо. Очень неплохо.